И я вот сегодня уехала и прям уже соскучилась. В следующий раз обязательно возьму Богдана в Киев с собой. Приходи к нам, а? С Богданом не приду, да. Придешь? Не приду. Я не буду. Не хочешь просто... Ну да, личная жизнь, она просто остается там. Но в Киев хочу обязательно его привезти, потому что у вас здесь солнечный, климат хороший. И киевские тортики. Да, тортика мы обязательно. Да, и у нас, мне мама заказала киевский безенный торт. Я вот повезу обязательно в Москву ваш торт. Сейчас займемся этим. Спасибо, Лен, было приятно с тобой познакомиться. Не сомневался в том, что, в принципе, ты настоящий евнедра. Спасибо. Главное, красота и ум, а это большая редкость. Саш, тебе отдельный респект. Спасибо. Спасибо, что Александр Ломинский, Алена Водонаева. YouTube скоро, смотрите, новые совместная работа, песня. А чего мы еще будем ждать от Алены Водонаевой? Вот пускай это останется пока что за семью кадрами и замками, можно так вам сказать. Вам Саша потом расскажет, чего можно от меня ждать. Не-не-не, приезжай ты, приходи к нам и сама расскажешь. Я не смогу так часто. Да, Саш? Мы только вдвоем сможем приехать. Якби тільки глядачі могли відчути аромат кави, що ви на нашій студії, до речі, ви теж можете оточити себе чарівним аромасамитом, приготувавши якс монарх. Альона Водонаєва і англійською, і українською, і російською звучить. Впечатлився чоловік. Да! Всім удачі, спасибо, що ви сьогодні були з нами. Завтра, де... А, ну ви, давай... Я говорю, впечатлився чоловік. Ну ви, Лідія Таран. Ранку на каналі 1+1 аромаксамит кави Якобс запрошує гостей. Так, такі новини. Четвертий.